Я могла стать самым маленьким облачком, самым легким ветром, как те, что рождаются над африканскими равнинами. Но однажды в августе... Станция, это Хьюстон. Вы видите атмосферный вихрь, который формируется над Сенегалом? Национальный центр по слежению за ураганами просит вас отличать ему путь. Давление падает, и начинается мое преображение. Он вырос в ураган первой категории. Пусть будет тропический шторм Люси. Понял, Люси. Из-за проливных дождей река вышла из берегов. Я не хочу умереть здесь. Он уходит от Пуэрто-Рико и направляется к Кубе. Ты не узнаешь меня, пока не увидишь мое сердце. Со вчерашнего дня Люси очень выросла. Ураган Люси – это серьезная угроза. Кажется, сейас сорвет крышу. Он движется в сторону Луизианы. Надо эвакуировать 200 человек. Скорее, ребята, всего несколько минут. Люси официально скончалась. Я обитаю в реальности, намного превосходящей твои возможности. Ураган может стать и благословением в жизни. Пусть я была тираном, но я нужна, чтобы вновь обрести гармонию.